Правильно. Ой, бачка, от души уже. Что это? Ты? Да ну, куда? Праздник, а полотенца дают? С собой. Друзья, это Свято-Тихвинский женский монастырь. Он был основан 4 сентября 1866 года. Ну, как говорится, даст Бог, сниму исторический обзор. Сниму исторический обзор обо всем этом женском монастыре. Давай сниму, как тебя умыли. Осторожно. Вот видите, как это. Ну вообще, ну это да. Точно, что от души. Окунули. Пошли. Так, свечку. А, свечку, да, купить. А это 20 гривен. Угу. Давайте тогда. Я возьму вот на 20 гривен. Дайте мне две маленьких, вот возьму по 3 гривны, да? Угу. Тут заняты. Вот сюда можно поставить. Тюльпанчики еще маленькие, еще твоя осень не попала. Друзья, ну вот и все. Коротенький видеообзор о Свято-Тихвинском женском монастыре. Город Днепр, 2022. Сегодня у нас 24 апреля. Пока. Я